древними стране нашей, властях и воинстве я, Господу помолимся. В этот день, сегодня Господь послал нам такую погоду, я просто вспоминаю, так как это у нас уже четвертый праздник, четвертая Троица, с крестным ходом совмещенная. Три года шло, ну, испытательно, видимо, был такой период, два года вообще были проливные дожди, кто помнит. Прошлый год было достаточно холодно, и в этом году, как подарок сверху от Господа, хорошая солнечная погода. И в этот день, конечно же, всегда на Руси Троица очень весело отмечалась. Зеленые цвета, цвет весны, жизни, продолжения рода – это все цвета Троицы. И обязательно сопутствующие всему этому должны быть улыбки, улыбки детей, улыбки всех горожан, радостное, хорошее настроение. Дорогие сестроричане, я тоже присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые сейчас прозвучали, и от всех депутатов города Сестрорецка, от администрации города Сестрорецка сердечно вас поздравляю с этим праздником, с праздником Святой Троицы, с днем города Санкт-Петербурга. Желаю вам любви, любви в ваших сердцах, а любовь это и есть Господь. С праздником!